Народ, привет! Мы добрались до самой пока северной точки наших маршрутов. Мы в республике Коми. И вот хочу поделиться первыми впечатлениями о республике Коми. Ну, во-первых, это, конечно, природа космическая какая-то. А во-вторых, это погода. Потому что вот сейчас июнь, и только появляется солнышко, жара прям неимоверная, прям вот печет. Такое ощущение, что солнце прям над тобой висит. Но как только солнце заходит, это все, пиши пропало. Ну вот реально, как будто бы осень наступила. И вот за день осень наступает много раз, потому что солнце заходит, все осень. Солнце выходит, жара неимоверна. Ну а теперь по поводу нашего путешествия по республике Коми. Мы решили доехать до самой северной точки, до какой сможем доехать, потому что изначально у нас в планах было доехать прямо до Нарьян-Мара. Но для того, чтобы туда добраться летом, нужно заранее позаботиться и заказать себе место на барже, потому что дорог туда нет. Последнюю часть пути нужно пройти по реке. Ну, либо зимой по зимникам можно проехать. Поэтому мы решили добраться до Печоры, скорее всего, потому что дальше вот как раз дорог уже нет. И оттуда уже, возвращаясь, знакомиться со всеми местами и городками этой республики. Именно поэтому мы сейчас Сыктывкар промчали мимо и поехали дальше на север, ближе к полярному кругу. Ну а вы, друзья, садитесь поудобнее. Мы начинаем. Погнали! Мы продолжаем держать путь на север. И вообще в этом путешествии мы так или иначе все время продвигались на север. И кто-то мне вот что-то такое сказал, что если вас летом тянет на север, а не на юг, то, возможно, вы мох. Вообще удивительная у нас страна. Мы проехали не 1000 километров на север, чтобы что? Правильно, чтобы понять, что это еще не север. До севера еще 1000 километров. Точнее, даже не так. 1000 километров – это только до места, куда можно доехать на машине. Дальше все, дорог нет, а север есть. Еще 1000 километров. Но уже или по воде на барже, или по зимникам зимой. Нашей же конечной точкой в этом направлении стал город Печора на одноименной реке. И хотя, еще раз повторюсь, время середина лета, тем не менее фраза из «Игры престолов» о том, что зима близко, тут приобретает конкретное очертание. Ты прямо вот нутром чувствуешь ее смысл. Это выражается буквально во всем вокруг. И я сейчас даже не о местной природе, о которой мы сейчас еще отдельно подробно поговорим. Когда ты едешь на север, то даже если, например, ты сидишь не за рулем и в принципе вот не знаешь, куда там тебя везут, то ты все равно точно знаешь, что ты едешь на север. И тут все очень просто. Я вот с детства, например, знаю, что по дереву можно всегда определить, где север, а где юг. И с удовольствием поделюсь и с вами этим лайфхаком. Если елка, значит север. Если пальма, значит юг. Все для вас, друзья, не благодарите. Народ, ну тут не могу не поделиться. Мы добрались до Печоры. Точнее, мы до нее не добрались. Она вот там вот, за рекой. А навигатор показывает, что здесь вот напрямки можно туда проехать. Но только как проехать, я не знаю. Потому что такая река полноводная. Может, там, конечно, какой-то брод есть. Но интересно другое. То, что вот сейчас время 10:30, то есть 22:30. И вот, ну, вы сами видите картина. Я вообще думал, что здесь паром ходит, который перевозит машины через реку. Но я даже не вижу его пристань парома. Единственный момент, что здесь висит телефон и написано «заказ лодки в ночное время». То есть можно позвонить и, я так понимаю, без машины переправиться на тот берег и заехать в Печору, посмотреть на нее. Ну вот как-то так у нас наше путешествие. В саму Печору пока не попали, но до Печоры доехали. Ну а раз уж мы тут временно засели, я хочу поделиться с вами, друзья, еще одним моим наблюдением и впечатлением. Ну вот помимо вот этих комаров, вот этих вот, которых тут просто тучи, я не знаю, я такого количества и таких жирных комаров просто не видел никогда. Не знаю, видны ли они на камере. Так вот, а поделиться я хочу своим вот таким впечатлением. Ну, кроме того, что здесь постоянное ощущение, что зима близко. Второе ощущение – это то, что здесь удивительно кристально чистый воздух. Причем это можно наблюдать, вот тот, кто, допустим, знает, как это выглядит вот у нас на югах. Смысл в чем? Когда ты смотришь на пейзаж такой отдаленный, он всегда в какой-то дымке находится, этот пейзаж. Но даже если вот абсолютно ясная погода, здесь же любой, даже самый отдаленный пейзаж выглядит просто
удивительно сочным, ярким и контрастным. Просто вот кристальный какой-то. И в этом, мне кажется, одна из причин вот красоты севера. Но я, во всяком случае, это здесь так ощутил. Ну а теперь, друзья, погнали дальше знакомиться с республикой Коми. Удивительной красоты вот природы. Ну и, конечно же, истории. Все, как мы любим. Погнали, друзья. И тут вот я не могу не порассуждать, почему очень бросается в глаза эта абсолютно четкая контрастная картинка вокруг. Как я уже сказал, она аж искрит, и мне кажется, что на это две причины. Первое, это то, что в жарком климате обилие испарений и влаги в воздухе даже в ясный день на большом расстоянии создает какую-то размытую прозрачную дымку. Здесь же этого эффекта нет, поэтому контраст не теряется. Даже на расстоянии 5 километров вперед все линии, деревья, реки, дороги абсолютно четко очерчены. Может, кто-то этого не замечает, но для моего южного взгляда это сразу бросается в глаза. И вторая причина этого эффекта – это абсолютно белое яркое солнце. Оно здесь очень отличается от нашего, от того желтого и теплого. Здесь оно слепящее и даже холодное. Но, то есть как, это холодное оно на взгляд. По ощущениям, оно жарит поактивнее южного. Я сам не пробовал, но мне кажется, что под таким солнцем загореть просто невозможно. Можно только сгореть. Другой вопрос, что как только его закрывает облачко, эта обжигающая жара пропадает моментально. Такое ощущение, что оно жарит-жарит, но вот ничего вокруг не нагревает. Эффекта остаточного тепла нет и близко. И ты только что, потевший в майке, стремишься срочно нарядить на себя пуховик. Все это тоже для меня, южанина, явление удивительное. Хотя я где-то слышал, что на севере даже без компаса и без деревьев очень легко определить, в каком направлении двигаешься. Потому что если ты бежишь и вспотел, то это значит на юг. А вот если бежишь и замерзаешь, то ну тогда на север. Тут тоже не стоит благодарности, и мне не жалко. Все, что знаю, всем делюсь. Ну, мало ли и вам пригодится. Но если с севером и югом, думаю, уже все понятно, то с западом и востоком тут все еще интереснее. Я вот помню, на военных сборах после института наш начальник части нам объяснял четко и ясно. Если стоять лицом к северу, то солнце взойдет на востоке и зайдет на западе. А если стать лицом к югу, то все наоборот. Но это же всем известно, что тот, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. С другой стороны, с ним же и не поспорить. Как минимум потому, что с ним спорить по уставу не положено. Сказали наоборот, значит наоборот, все, исполняю. Только вот тут на севере это не работает. От слова совсем. Во время полярного дня солнце вообще практически не заходит. То есть вот смотришь прямо, оно вроде уже почти спряталось, превратилось в яркую линию, как затмение. И тут же в том же месте опять взошло. Тоже удивительная вещь для моего южного глаза. Если не смотреть на часы, то иногда вообще непонятно, утро сейчас или вечер, когда спать, когда есть. Удивительно тут другое, это вот твои биологические часы не понимают, что вообще происходит. У местных обитателей таких проблем нет вообще. В первую очередь я, конечно, про комаров, которых нет вообще. Ровно, по моим прикидкам, до 7 вечера. Но после, как будто по команде, они целыми полчищами откуда-то поднимаются. И это нереально. Потому что если вы думаете, что вы вооружены самыми эффективными спреями, горелками, вонючками против москитов, здесь это все до фени. Мне кажется, что местным комарам просто никто вообще не объяснял, что вот это все нужно бояться. Они просто, ну, не в курсе. Ты можешь каждые 5 секунд хлопать себя по лицу или проводить рукой по любой части тела, и каждый раз ты будешь ощущать, как под твоими пальцами хрустят и ломаются все новые и новые комары. Самое интересное, что весь этот трэш продолжается примерно часов до 11, может быть, 11:30. После чего, так же как по команде, они все куда-то исчезают. Походу, у них отбой. Вполне вероятно, что здесь кто-то со мной поспорит или скажет, что везде это происходит по-разному. Но, друзья, я тут делюсь своими личными впечатлениями. Но думаю, все со мной согласятся, что комары зло. Второе, что бросается в глаза, это люди, которые чем севернее, тем становится значительно спокойнее и размереннее. Но об этом мы еще чуть позже подробнее поговорим. А вот во-вторых, их тупо становится все меньше и меньше пропорционально твоему продвижению на север. Для моего восприятия это тоже удивительно, когда ты можешь ехать 2 часа и не встретить не то, что ни одной деревеньки, а вообще никого. Ни одного человека, ни одной машины, ни одного рабочего на дороге. Местами начинаешь ощущать себя, как будто в фильме «Я легенда» с Уиллом Смитом, там, где он вот один остался на земле. С другой стороны, у него там хоть ночью зомби просыпались, как-никак, но развлекаться было с кем. Здесь же никаких зомби нет, хотя...
Откуда бы им взяться, если тут и ночи-то нет? Да и цивилизация в целом, чем дальше, тем встречается все реже и реже. После Ухты через некоторое время даже асфальт заканчивается. И до самой Печоры двигаться приходится по грунту, через дикий какой-то нетронутый лес, с картинками дикой природы вокруг, как из фильма «Властелин колец». Ну знаете, когда вот крупные планы, и Фродо идет через лес со своим другом. И никого. Это удивительное ощущение. Недаром я, когда готовил это видео, наткнулся на вот такие строчки о коме. Край тайги и тундры, где вечно дремлет тишина. Простите, друзья, не знаю, кто автор, но они прям четко передают вот местный колорит. А если задуматься, то ничего удивительного нет. Республика Коми – один из наименее заселенных регионов России. Не самый, конечно, но в десятку входит. Чуть больше 1,5 человека на квадратный километр площади тут живет. И это, безусловно, объясняет, почему мы никого не встречали вот по пути. Кругом один бесконечный лес, который, кстати, и сам по себе местная достопримечательность. Так как леса Республики Коми входят в 11 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в России. Причем в классификаторе из этих 11 объектов есть только 4 в категории «природный феномен». К ним относятся озеро Байкал, Камчатские вулканы, плато Путорана и леса Республики Коми. А если кто-то скажет, что, мол, ну Байкал понятно, вулканы тоже. Но что удивительного в лесах, с чего-то их включили в этот список? А дело тут в том, что на территории всей Европы вот это остались единственные девственные леса, нетронутые практически человеком, и с площадью почти в 33 тысячи квадратных километров. А это, на всякий случай, больше, чем площадь, ну, например, Бельгии. И на всей этой территории обитает практически весь набор лесной животины в количестве больше 4000 разных видов и больше 200 видов птиц, в том числе и краснокнижных. В девственности местной природы мы смогли, кстати, убедиться и лично сами, встретив по пути и лося, и оленя. Про лисиц и зайцев можно даже не упоминать, потому что на них со временем вообще перестаешь обращать внимание, как будто на собак и кошек. Но, безусловно, верхом всего этого зоопарка стал медведь, который вышел к нам прямо на дорогу. И как ни в чем не бывало, сидел как хозяин, наблюдая, видимо, за порядком в округе. Мишка, привет, Миш. Зачем вышел из леса? Ты же там живешь. Здесь же дорога, тебя собьет. Друзья, вот так это выглядит. Вот просто сидит медведь на дороге. Мы едем в Ухту, и вот на дороге сидит медведь. Ну, как бы, вот я такое первый раз вообще вижу. Причем он совершенно не боится, он как-то себя ведет очень спокойно. Я впервые встретил медведя вот так вот в дикой природе. И, конечно, это произвело не то что невероятное впечатление. Сказать честно, друзья, я просто охренел. Тут еще надо добавить, что наверняка он не просто так вышел. Видимо, его тут кто-то прикормил. И вместо того, чтобы добывать себе пищу, которой летом в лесу вдоволь, он превратился вот в такого вот попрошайку. И это очень опасное дело, так как что у дикого животного в голове, никто не знает. А тот факт, что он перестал опасаться людей, может привести к непредсказуемым последствия. Ладно, мы на машине как-никак. А если путешественники на велосипеде или в палатке где-то остановились? Да, вон тот же самый мотоциклист, который вот проехал. Думаю, массу эмоций получил. В общем, ни в коем случае не прикармливайте дикого зверя. Его место все-таки там, в лесу. А так это может просто нехорошо закончиться. Помимо зверья, природа лесов Коми имеет еще одну уникальную особенность. Это повсеместные каменные изваяния причудливой такой формы из-за тысячелетнего выветривания. Они напоминают или руины замков, или какие-то останки мифических существ. И хотя их тут много где можно встретить, особенно по берегам реки Печоры, но самые известные из этих природных изваяний находятся на плато Мунпапуне. Правда, оно находится в труднодоступных местах, куда на машине в принципе не попасть. И вообще, несмотря на то, что плато располагается на территории Коми, но, насколько я знаю, путешествовать к нему проще все-таки со стороны Свердловской области или Ханты-Мансийского автономного округа, потому что он как раз там в
районе границы находится. Так что поездка и рассказ о этом природном чуде света обязательно будет, но позднее, когда мы туда попадем. А так как это все же территория Коми, то, сами понимаете, я не мог здесь о нем не упомянуть. Кстати, помимо столбов выветривания, именно здесь, рядом с плато, начинает свой путь река Печора, одна из двух наиболее значимых рек севера европейской части России. И это действительно главная артерия республики Коми. Длиной она в 1800 километров. И ежегодно она вливает в Баренцево море по 130 тысяч квадратных километров воды. Чтобы был понятен масштаб, то это больше воды, чем сливают в своей дельте такие реки, как Дон и Днепр, вместе взятые. Ну и чтобы упомянуть о всех природных достопримечательностях Коми, то держите еще одну. И это самое большое в Европе болото. Называется болото-океан, потому что оно габаритами 45 на 40 километров. И это почти 180 тысяч гектар. И здесь, я думаю, обязательно кто-то скажет, мол, ну нашел достопримечательность болото. Народ же всегда считает болото, если не врагом человека, то как минимум абсолютно бесполезной территории. При этом мы же все вот знаем с детства, что лес – это легкие планеты. Вот только ученые люди вам расскажут, друзья, что легкие планеты – это как раз болото. Так как болотная экосистема производит в 10, а то и в 15 раз больше кислорода, чем любой лес. Связано это с тем, что лес не только производит кислород, но и тратит его, как минимум на то, чтобы опавшая листва, да и отмершие кусты и деревья гнили, расходуя тот самый кислород, который эти растения сами же производили при жизни. В болоте же этого не происходит, так как вся отмирающая растительная масса на тысячелетия консервируется на дне болота в виде торфа. А весь углерод, поглощенный болотной растительностью при жизни, выпадает из глобального оборота углерода. А вот по поводу качества такой консервации вам могут рассказать археологи, так как основную массу обычно портящихся со временем древних артефактов они практически всегда добывали как раз из болот. За счет повышенной кислотности торфа в нем прекрасно сохраняются от древних рукописных березовых свитков до оружия и даже деревянных кораблей викингов, которые просто на воздухе, конечно же, сгнили бы и превратились в труху. И я понимаю, что кто-то тут скажет, мол, Стас, что тебя понесло вот это природоведение, мол, что тут, у нас формат поменялся? Да нет, народ, ничего не поменялось. Просто, на мой взгляд, путешествие на север – это практически всегда в первую очередь путешествие на природу. А так как я тут вещаю только то, что впечатляет и цепляет именно меня, то в Коми природа, ну она намного многограннее, насыщеннее и интереснее местной исторической подоплеки. Хотя бы потому, что каких-то важных глобальных исторических событий в этом суровом краю происходило крайне мало. Да и откуда им взяться? Историю-то делают люди. А как я уже сказал, если их и сейчас тут крайне мало, то в средние века их было еще в сотни раз меньше. Маловато было энтузиастов селиться в холодах. А чем меньше людей, тем меньше, естественно, и событий. Тихо, в общем, тут было. Хотя, как всегда и везде, все относительно. Поэтому, когда в 10-11 веке в поисках пушнины сюда начали заглядывать восточные славяне, они здесь обнаружили немало финно-угорских поселений, которые в непростых условиях очень даже комфортно тут адаптировались. Вообще, это отдельная история особенностей развития финно-угорских народов. И я о ней подробно уже рассказывал в нескольких прошлых видео, особенно в видео из Удмуртии. Но для тех, кто не видел, коротко скажу, что все финно-угры обладали удивительной способностью расселяться и разделяться друг с другом. При этом максимально быстро самоидентифицироваться вот в отдельные народы. И расселение финно-угров на территории нынешней республики Коми не то что ничем не отличается от остальных финно-угров, а даже показательно подчеркивает этот стиль развития. Чтобы было понятно, само название Коми – это не просто название какого-то этноса. Это как бы собирательный образ всех финно-угорских народов, проживающих на этой территории. А их тут проживает целых 11 разных. Считается, что этимология Коми связана с названием реки Кама, а гласные менялись, как обычно, в связи с разным произношением, на русский манер или на местный. Русские слышали Комми-морт, что в дословном переводе означало как человек, живущий на реке Кама. Но так как Google переводчик в те времена работал, ну, плохо, а разбираться в этнических хитросплетениях финно-угров восточные славяне были просто не готовы, да и задачи у них были совсем другие, а именно торговля с местными и добыча в основном вот пушного зверя, так как на то время это была главная экономикообразующая валюта для всех окружающих народов, как нефть или газ вот сегодня.
Именно поэтому разбираться, чем отличаются печорцы от ижемцев, или вымичей, или сысольцев, или удорцев, у славян никакого интереса, конечно же, не возникало. Для них вся эта территория так и осталась – Коми. Формально в 11-12 веке эти земли были под влиянием Великого Новгорода. По факту же все это влияние ограничивалось просто взаимовыгодной торговлей. И не более того. Случались, конечно, конфликты, вследствие которых некоторые племена уходили на восток, но в основной массе это было просто взаимовыгодное сотрудничество. Именно поэтому к 14 веку наиболее сильные племена, в том числе и с этих территорий, объединились хоть и ненадолго, но в достаточно крупное государство Пермь Великая. Но так как эту историю мы подробно расскажем позже в видео из Пермского края, то здесь я просто хотел отметить, что некоторые народы республики Коми к этому государству и к его нестандартной для финно-угров, а местами даже удивительной истории, имели самое непосредственное отношение. Поэтому подписывайтесь, друзья, на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить массу нестандартных историй о каждом регионе нашей страны. А мы пойдем дальше, так как впереди у нас столица республики, город Сыктывкар. Это не только самый большой город, но и один из самых старых. Понятное дело, что тут существуют и более старые поселения, но они либо уже давно перестали быть городками, либо ими никогда и не были. Все действительно крупные города республики, такие как Ухта или Печора, были основаны уже при Союзе в 20 веке. На месте угли, нефти, газовых месторождений. Либо о строительстве дорог и прочих коммуникаций к этим месторождениям. Тут надо сказать, что в основном эти работы вели узники ГУЛАГа, которых тут было больше 200 тысяч, что в сравнении с общим населением Коми того времени было чуть ли не половина. Тем не менее, когда говорят про ГУЛАГ, то вспоминают обычно, конечно же, Беломорканал или Колым. При этом в Коми заключенных было как бы не сильно меньше. Кстати, и сейчас по дороге много где встречаются разрушенные остатки вот этих лагерей, покосившихся вышек, надзирателей, ну и прочих бараков. Жутковато выглядит, конечно, но как к этому не относиться, но это же тоже была неотъемлемая часть истории нашего государства, где было много и хорошего, и также много плохого. Как и в истории любого государства, в принципе. И тут как ни крути, а другой истории у нас все равно не будет. Нужно просто знать свое прошлое, и хорошее, и плохое, чтобы как бы на опыте прямо смотреть в будущее. Но это мое мнение. Так или иначе, но основная масса нефти, угля, леса и прочей добычи была заложена как раз в те непростые времена на заре Союза. И тут надо отметить еще одну важную историю. В видео из регионов про Кавказ я уже рассказывал, где впервые в России начали промышленно добывать нефть. Но вот мало кто знает, что самое первое упоминание вообще о нефти на Руси появилось именно здесь, в Коми, в 16 веке. Русские путешественники описывали, как местные племена, живущие у берегов реки Ухты, прямо с поверхности воды собирали маслянистую жидкость и использовали ее в основном в медицинских целях, ну или в качестве смазки для колес телеги, например. В 1597 году они впервые привезли эту чудовую жижу в Москву. Чего с ней глобально делать, тогда, ну, мало было кому понятно. А уж то, что эта находка когда-то станет важнее и нужнее местных соболей, вообще и подумать никто не мог. Тем не менее, уже в 18 веке некоторые энтузиасты организовали тут добычу нефти. Ну или, как нефтяники говорят, добычу. Никогда не понимал, с чем это связано, мне вот честно слух режет. А вам? Но это я обращаюсь не к нефтяникам, конечно. Так вот, добыча нефти это, конечно, сложно назвать. Потому как в 1749 году в результате работы таких артелей тут было добыто примерно аж 100 килограмм нефти за целый год. Через лет 10 объемы выросли до 3,5 тонн. Но, как вы понимаете, это тоже смешно. Нефтяной танкер, короче, не зальешь. Когда же люди осознали всю ценность нефти и других ископаемых, на месте таких артелей образовались города. Ухта, например, основана в 1929 году. Ухты! Ухта! Вот, друзья, у меня этот каламбур не просто так в голове возник. Честно сказать, для небольшого 100-тысячного города, ну, очень достойно. Чистота, порядок. Парки сделаны просто по меркам вот современных, там даже, я не знаю, там московских, питерских парков. Удивительный городок, понятное дело, что нефтяники, ну а по идее с другой стороны, а как еще должен жить город, город нефтяников, который и родился как город нефтяников, да и сейчас живет как город нефтяников. Меня прям действительно впечатлило. Погнали, познакомимся с ним. И вот, казалось бы, город в глуши, на севере, где вокруг на сотни километров нет ни одного населенного пункта. Складывается такой стереотип, что это такой серый, депрессивный промышленный город-завод. Так нет, друзья. Город хоть и небольшой, но очень современный и очень ухоженный.
и вообще приятны. Сразу видно, что тут не только деньги есть, но и желание эти деньги превратить в парки, спортивные и детские площадки, какие-то аккуратные бульвары. Я уже много раз говорил, что рыба тухнет с головы, и если местное руководство занимается городом, то это сразу бросается в глаза. Я вам больше того скажу, на подъезде к городу Печора есть несколько старых деревень, типа Кожва, Визинга или Озерный. Если ошибся в ударении, то заранее прошу прощения. Так вот, эти деревни с деревянными двухэтажными домами, которым лет по 70. И казалось бы, ну тут вообще глушь-глушь. И вдруг ты видишь новую современную спортивную площадку с полным набором тренажеров, почти, ну, фитнес-зал под открытым небом. И вот этот контраст заставляет задуматься. Это же кто-то позанимался, чтобы вот сюда, без асфальта, привести все эти конструкции. И чтобы здесь появилась вот такая вот спортивная площадка. А почему так везде не происходит? Вот это как раз и есть показатель, где местная власть работает, а где просто жопу просиживает. Ну а давайте с политинформацией на этом закончим и вернемся в Сыктывкар. Народ, у меня за спиной Свято-Стефановский собор, и это значит, что мы в Сыктывкаре. И, кстати, он для глубинки просто какой-то нереальной высоты. Я вот сейчас даже посмотрю, какой высоты. Но я хотел не об этом сказать. Я хотел сказать о том, какая у меня мысль первая возникла вот при въезде в город Сыктывкар. Я просто думаю, что многие из вас смотрели наше видео из Чувашии, из Чебоксар. И если кто помнит, какое название у Чебоксар на чувашском языке, а именно Шупашкар, у меня сразу возникла такая мысль. А связь тут есть какая-то? Шупашкар, Сыктывкар. Ну а так как я уже начал разбираться с этим вопросом, то я вдруг обнаружил внезапно для себя такой момент, что это один из городов, у которых названий было просто менялось и официальных, и неофициальных. Я думаю, наверное, больше, чем у любых других городов в нашей стране. И я просто зачитаю, потому что я это все не запомню. Друзья, он назывался Усть-Сысола, Усть-Сысольск, Сыктывдин, Сыктывдин-Пом, Сыктывдин-Кар. Ну и потом уже всем известно нам Сыктывкар. Ну а есть ли связь у Сыктывкара с Шупашкаром, мы сейчас и разберемся. Погнали знакомиться с Сыктывкаром. Кстати, вот эта площадь перед Стефановским собором при Союзе была из Стефановской переименована в Красную. И мне так никто и не смог объяснить, зачем это было сделано на самом деле. Но я думаю, что связано это с тем, что Стефаний Пермский, в честь которого и назван и собор, и эта площадь, это, наверное, самый почитаемый на этих землях святой. Удивительный проповедник, который фактически был признан святым еще при жизни, что, согласитесь, является из ряда вон выходящим событием. Я думаю, что советская власть просто хотелось стереть этот местный культ почитания такого влиятельного святого и как бы чуть-чуть прижать церковь таким образом. Поэтому и был уничтожен и собор, и название площади. Сейчас же восстановили и то, и другое. И, как говорится, слава богу. Ну а давайте, друзья, вернемся к этимологии названия, которая, как это часто бывает, связана, конечно же, с местной рекой. На русский манер она называется Сысола, а вот на языке республики Коми ее название звучит как Сыктыв. Соответственно, и все названия, которые я перечислил выше, происходят с коми языка. Например, Дин – это означает «место». То есть, когда город назывался Сыктывдин, то это переводилось как «место на реке Сыктыв». А вот Кар – это дословно переводится как «город», то есть уже «город на реке Сыктыв». Естественно, что все другие названия города, в которых корень был уже Сысола, это то же самое, только, ну, на русский манер. Народ! Ну и вот не мог пройти еще мимо такой достопримечательности. Вот смотрите, все знают календарь майя, да? А кто не знает о том, что есть календарь Коми? Вот этот вот календарь промысловой республики Коми, ну тогда она еще, конечно, не была республикой, народа Коми. Так вот, он был найден в первом тысячелетии нашей эры. И здесь прямо вот по пунктам разложено все. Когда какой зверь появляется, когда какие промыслы вести, в общем. И тут вопрос, мне кажется, в большей степени, конечно, в пиаре. Потому что вот майя же распиарили, а коми мы только вот начинаем пиарить. Ну, в общем, не мог не поделиться, поэтому погнали дальше. Когда был основан этот город, никто точно не знает. Но первое о нем упоминание в русских источниках датировано 1586 году. Когда русские обнаружили тут местное зырянское поселение, как раз под названием Сыктывдин. И в Яренской писцовой книге описывалось поселение так. Деревянная церковь и 9 дворов. В розни.
по нашему это в разброс. Из них 3 церковного причта и 6 крестьянских дворов. Всего 48 жителей. Вот вам и весь Сыктывкар на старте. Хотя есть такой сборник европейских карт под названием «Зрелище круга земного». И это отдельный памятник европейской картографии. Создал его Абрахам Артелиус. И у него есть и неформальное название «Зрелище Артелиуса». Кому интересно, погуглите, друзья, это очень занимательная тема. Так вот, на картах Артелиуса, датированных еще раньше, в 1570 году, на месте нынешнего Сыктывкара уже отмечен населенный пункт под названием Перми-Велес. С одной стороны, это еще раз напоминает о прямом отношении местных народов к Перми Великой, с другой стороны, подтверждает, что какой-никакой, но городок тут был задолго до даты официального основания. Но на дальнейшее развитие города суровость севера влияла, конечно же, не лучшим образом. В эти глухие холода ради забавы ехать желающих было немного, как вы понимаете. Только по исключительной необходимости. Например, купцы за пушниной или древесиной, или олениной. Народ, вот чем нас не радует Сыктывкар, так это погода. Я вообще не помню уже такой город, чтобы вот мы были там, ну, допустим, несколько дней, и просто лил дождь постоянно, вот, без остановки. Вот поэтому я извиняюсь, но я вот в этом капюшоне. Так вот, а что я хотел сказать? Очень интересный такой арт-объект находится в Сыктывкаре. Это вот такой купеческий сундук. Его вообще сделали в честь купцов, которые, как считается, являются основателями Сыктывкара уже в современном его понимании. Самое интересное в нем это то, что это не просто арт-объект, а это еще вполне функциональная такая штука. Потому что вот здесь вот есть вот такая вот копилка, да? Вот сюда вот кидаешь монетку, ну, монетку, деньги какие-то там и так далее. И раз в год ее вскрывают, и деньги эти тратят на нужды города. Мы сейчас тоже сюда запулим от себя небольшую частичку на нужды Сыктывкара, чтобы он становился еще приветливее. Может, он в следующий раз нас погодой порадует. Такой вот интересной штукой хотел с вами поделиться. Спасибо за внимание, погнали дальше. Единственное, что положительно влияло на рост города, это то, что через него проходила дорога из Перми, то есть по факту со всего Урала, в центральную Россию. Именно поэтому официально городом на тот момент уже Усть-Сысольск стал только в 1780 году по приказу Екатерины II. Для понимания степени развития города в сравнении со стартовыми показателями, к этому моменту город состоял уже из 3 церквей и 300 с чем-то дворов, с чуть больше, чем 2000 жителей. В основном всеми этими жителями были купцы и их слуги, крестьяне, можно сказать, помогающий персонал. Ну а чтобы уже совсем были понятны темпы роста, то к концу 19 века тут проживало уже чуть больше 3000 человек, и церквей теперь было уже 4. Ну, то есть вы поняли, город рос примерно на 1000 человек и на 1 церковь за 100 лет. Не густо, конечно, но как есть. А для того, чтобы во всей красе себе представить картину города того времени, то есть такой русский писатель Павел Засадинский. Это, наверное, единственный, более не менее известный русский писатель, который посетил будущий Сыктывкар до конца 19 века. И в своем очерке «Лесная сказка» нам осталось вот такое описание. «Нет в Усть-Сысольске ни городского сада, ни бульвара, улицы не мощеные и освещаются по ночам только лишь светом небесных светил. Во всякую пору дня и ночи по улицам бродят лошади и слоняются целые стада овец». Так что, несмотря на то, что город действительно древний, но современный масштаб и устройство, впрочем, как и почти все другие города Республики Коми, он приобрел уже только при Союзе в 20 веке. По сути, только тогда, когда были обнаружены все возможные ископаемые, а еще когда, наконец, стали очевидны не только медицинские прелести нефти. Но на самом деле все эти попсовые угли, газы, нефти – это только небольшая часть всей той таблицы Менделеева, которая тут залегает и добывается. Это и золото, и серебро, и платина, и редкоземельные металлы. Запасы одних только высокосортных алмазов достигают тут нескольких сотен килограмм. И вот дальше все эти горные хрустали, рубины, кварцы, гранаты можно еще долго перечислять. Так как тут реально, друзья, вся таблица Менделеева. Целая кладовая, скрытая в огромном лесу. Такая вот картинка Республики Коми. И именно благодаря этой картинке Сыктывкар, как ее отражение, и обрел тот нынешний облик,
которым можно наслаждаться и сейчас. И я не просто так сказал «наслаждаться», потому что город на контрасте с окружающей северной глушью просто очень выделяется своей аккуратностью и совсем не северным уютом. Такое ощущение, что те люди, которые последние 100 лет занимались устройством города, во главу угла всегда ставили задачу устроить настоящий современный островок цивилизации в центре бескрайнего сурового северного природного ландшафта. И у них это получилось. Особенно, что мне бросилось в глаза на фоне других городов Крайнего Севера, о которых я скоро здесь тоже расскажу, и как раз вспомню вот этот вот факт. Сыктывкар очень не серый. Я бы даже сказал, что он достаточно пестрый в расцветке зданий города для северных территорий. Что очень радует глаз. Даже учитывая тот факт, что в городе, как и много где на севере, очень много старых деревянных домов, даже они в целом очень ухоженные и не придают серости, а скорее добавляют местного колорита. Еще один момент, который бросается в глаза, это то, что город очень зеленый. Дело в том, что есть градостроительные нормы, связанные с экологией для городов, по площади зеленых насаждений внутри города. Так вот, в Сыктывкаре эти нормы превышены почти в два раза. Ну хотя это и не удивительно, если вокруг города везде лес, то почему бы ему не быть и в самом городе? Один из самых старых районов города называется Париж. Казалось бы, ну при чем тут Париж? Где Париж, а где Сыктывкар? Но на самом деле район так назвали не с бухты-барахты. Во время войны 1812 года именно здесь проживали пленные французы наполеоновской армии. Позднее их таки отправили потом домой, во Францию, а название оставили здесь, в Сыктывкаре. А еще тут есть район Западный Берлин, который так прозвали, потому что здесь за стеной проживали работающие на строительстве заключенные, все те же узники ГУЛАГа. Тогда это был такой намек на Берлинскую стену. Да и вообще, если посмотреть, то весь город — это как собрание всех фишек из коми-культуры. Один только памятник букве О с точками чего стоит. Народ, ну а вот здесь я просто не мог пройти мимо вот этого арт-объекта. Кто помнит, в Ульяновске мы снимали памятник буквы Ё. Так вот, в республике Коми есть их национальная буква, вот такая буква О с точечками. Она звучит не как Ё и не как О. Она такое что-то промежуточное. И вот эти вот точечки, они придают вот это звучание. Вот я когда разбирался, как она звучит, это обозначается как вот карагёль. Такое вот что-то. Я вообще знаю, что в финских языках много где применяется эта буква, но вот в республике Коми говорят, что она вымирающая, потому что многие вообще забывают ее ставить. И, видимо, поэтому, чтобы напомнить о том, что она здесь была, вот такой вот стоит монументик интересный. Буква О с точечками. Вот. Ну, а мы погнали дальше знакомиться с Сыктывкаром. Ну, а так как Сыктывкар, хоть и очень медленно, но все же формировался как центральный анклав севера при Урале, то не мудрено, что и первая больница, и первый институт в Коми появились тоже тут. Но, естественно, также не без казуса, вследствие местных условий. Больницу организовали в 1815 году в одном из комнат частного дома, и работал в ней один врач. А первый институт народного образования открыли в 1921 году. Вот только не смогли найти достаточно преподавателей, и пришлось его скоро закрыть. Когда вот все эти процессы и сложности понимаешь, то даже удивительно, как этот город в итоге из глухой северной провинции смог превратиться в самый крупный город региона, где живет вот сейчас больше четверти населения всей республики, то есть больше 220 тысяч человек. А еще тут одна из самых длинных улиц в Европе. Октябрьский проспект, 18 километров. И этот факт, конечно же, в целом спорный, потому что вопрос в условиях оценки, но если брать одну непрерывающуюся улицу, полностью находящуюся в черте города и так далее, то она вообще может называться самой длинной в Европе. Так или иначе, но именно на этой улице, в доме номер 78, в детстве долгое время прожил наш известный миллиардер и бывший хозяин клуба Челси Рома Абрамович. Уверен, что его соседи по обычной советской панельке чего-то про него обязательно помнят. Но больше всего мне понравилась в городе набережная Парк. Просто она как-то нестандартно тут устроена. Я имею в виду, что бывает парк, который выходит на набережную. А тут именно весь парк под над рекой – это и есть набережная. А еще я не помню, чтобы я где-то когда-то встречал уличное пианино, причем в рабочем состоянии и даже более-менее нормально настроенное. Я просто встретил пианино в парке, я такого не видел никогда. И вот решил вспомнить что-то. Помню.
А еще мне тут встретился местный пацан, лет 10 на велосипеде. Точнее, он не то чтобы встретился, он непонятно что хотел сделать, то ли объехать меня, то ли затормозить резко. В результате он вместе с велосипедом своим грохнулся мне прямо под ноги. Я ему начал помогать подняться, а он говорит, мол, да не надо, я сам. Я же сам сюда приехал, аж с орбиты я приехал. Ну, орбита, это, я так понимаю, такой район в Сыктывкаре. При этом я не могу сказать, насколько это далеко от парка, но говорил он это с такой гордостью, что как будто он с орбиты Земли прилетел, причем прямо вот на этом велосипеде. И подчеркивая обязательно, что я сам, мол, мне никто не помогал. В результате он поднялся, сел на велосипед. Но как-то у него опять все получилось неказисто, руль завернулся в бордюр, и он снова грохнулся. И я опять начал ему этот велик подымать. А он снова говорит, да не надо, я же сам приехал сюда, я все сам вот. И я говорю, дружище, вот если ты всю дорогу вот так вот, как сейчас, сам ехал, то, ну извини, это действительно подвиг. У меня только один вопрос тебе, ты застрахован? Думаю, что в силу возраста, конечно же, он мой сарказм не уловил, но при этом сказал спасибо и как маленький, но в душе взрослый мужичок двинулся дальше. Сам. А я держал кулаки за него, чтобы он сам вернулся на свою орбиту. И я эту историю не просто так вам рассказал, друзья. Потому что люди на севере очень сильно отличаются от нас, южан. Здесь нет и близко нашего горячего, шумного, вспыльчивого темперамента. Ведь этот пацан, он даже падал оба раза. Я уж не говорю без ругани, без мата, без возгласа какого-то негодования. Ну, как вот у нас, да ёпта там, блин, там, ну, знаете вы, что вам объяснять. Так нет, народ, он вообще молча падал оба раза, при этом излучая уверенность и спокойствие и до, и после вот этого происшествия. И местные, возможно, скажут, Стас, да чё ты несёшь, мол, ну это же нормально. Но те, кто знаком в целом с южанами и с их темпераментом, думаю, все-таки меня поймут и согласятся. Но неспроста же мне такие детали бросаются в глаза. Мне вообще кажется, что менталитет человека севера – это для южанина отдельная удивительная достопримечательность. Как, впрочем, наверняка и наоборот, южане для северян также являются такой же вот достопримечательностью. Ну и для полной картинки Республики Коми нельзя не рассказать о еще одном факте. А именно, что если вы спросите, где появились первые в мире лыжи, то вам, не раздумывая, в Коми ответят, что, конечно же, здесь. И не говорите им про норвегов и прочих скандинавов, претендующих на первенство в этом вопросе. В Коми есть доказательства. Народ, ну и вот еще один момент, которым я просто не могу не поделиться. Кто-нибудь в курсе того, что считается, что лыжи придумали тоже здесь, вот на территории Республики Коми? Потому что вот здесь у меня за спиной Национальный музей Республики Коми, и в нем один из главных экспонатов – это лыжи, которым, по оценкам ученых, 8000 лет. То есть здесь люди на лыжах гоняли еще тогда, когда в Египте даже не задумывались о том, чтобы начать строить пирамиды. Ну и уж греческие Олимпийские игры там, они тоже проходили, как вы понимаете, без лыж совсем. А в Коми вот здесь гоняли на лыжах люди. Ну такой интересный факт. Погнали дальше. На самом деле я уже говорил в прошлых видео, что каждый народ, имея причастность к чему-то великому, всегда стремится отстоять свое первенство в этом великом. Кто-то за борщ борется, привет, Украина, кто-то за пельмени, привет, Удмуртия. Что же касается народов Коми, то здесь лыжи – это не просто национальная гордость. Это натуральное средство выживания в краю, где 9 месяцев в году может лежать снег. Без лыж ни оленя не попасешь, ни на охоту не сходишь. Короче, просто не выживешь. И если лыжи в целом бывают самые разные, то в Коми, помимо всех остальных, есть свои местные охотничьи лыжи, которые называются лямпами. И это именно местная разработка, и они не похожи на все другие лыжи. И в отличие от всех других известных лыж, на лямпах охотники передвигаются с помощью такого посоха, который называется койбень. С одной стороны он в форме лопатки, а с другой стороны заточен как копье. Ну то есть и волка можно отогнать в лесу или проткнуть его, а можно и присыпать снегом потом в случае чего.
Шучу, конечно, просто многофункциональная такая вещь. И копье, и лопата, и беговые палки в одном флаконе. Здесь в Коми ежегодно проводят отдельные соревнования для лыжников на охотничьих лыжах. Все их участники бегут исключительно на лямпах. И название придумали соответствующее. Лямпиада она тут называется. В общем, неспроста в России именно Коми считается родиной лыж. А еще неспроста. Одна из самых известных мировых лыжниц Раиса Сметанина как раз вот отсюда. Она участвовала аж в 5 олимпиадах. Не так много лыжников в мире в принципе за всю свою карьеру попадали на 5 олимпиад. А она еще из каждой умудрилась привозить медали. Это помимо всех чемпионатов и мировых кубков, в которых она участвовала. В Сыктывкаре и музей ей посвященный имеется. Короче, кому борщ, кому пельмень, а вот Коми – лыжи. Кстати, помимо музея в Сыктывкаре, чтобы еще больше познакомиться не только с историей местных лыж, а в принципе с жизнью и бытом настоящих северян, тут рядом есть Финно-Угорский этнопарк. Очень прикольное место. Я вообще люблю в разных регионах такие парки посещать. И там искать вот отличия быта одних народов от других. Это я сейчас с вами своим лайфхаком таким делюсь. Потому что если его использовать, то посещать вот эти места гораздо интереснее. Когда ты начинаешь замечать детали и как Шерлок Холмс разбираться. Вот почему в русской избе крыша вот пологая, а вот у жителей севера она более острая. Почему там вход в избу узкий, но высокий, а здесь вот он хоть и широкий, но чтобы войти, надо согнуться в три погибели. Короче, интересные всякие детали всегда максимально увеличивают впечатление от таких мест. Потому что ты как бы вовлеченным в процесс становишься. А еще очень ценно, когда на территории таких парков есть кафе, где можно разной местной кухни отведать. Чтобы уж в полной мере проникнуться местным колоритом. Но согласитесь, друзья, что если вы просто пришли в ресторан, то вы не закажете себе шанги с картофелем, кислый суп шамашит или оленину тушеную с картофелем. А вот тут у вас вариантов все равно нет. Тут только местная кухня. В общем, народ, Финно-Угорский парк всем рекомендую. Как и все другие парки вот в разных других регионах. Для сравнения. Народ. И очень символично, что завершаем свое путешествие по республике Коми мы в этнопарке финно-угорских народов. Мы, конечно, еще не прощаемся с финно-угорскими народами, так как все мы их еще не объехали. Но сказать до свидания республике Коми здесь, это действительно, на мой взгляд, вот очень в точку. Ну а сейчас, уже выехав отсюда, по пути, я поделюсь еще некоторыми моими личными впечатлениями о республике Коми для полной картины. Погнали, друзья! Ну а в завершении всего вот этого спича, я думаю, что по традиции моего канала, как всегда, нужно поделиться эпитетами. Кто смотрит канал давно, тот знает, что у меня они возникают практически в каждом городе или регионе. Сама республика Коми, это как знаете, вот у бабушки в деревне, в самой дальней комнате, в укромном месте, подальше от чужих глаз, находится такой сундук, в котором она хранит все возможные ценности и свои, и своих предков. И бабушка уже сама и не помнит, или даже не знает, что там еще у нее есть внутри вот этого сундука. Но сам факт наличия его придает ей и спокойствие, и уверенность. Вот Коми – это и есть такой самый сундук с каким-то невероятным количеством разных полезных и драгоценных вещей в укромном месте, подальше от посторонних глаз. А вот сам город Сыктывкар – это как, знаете, вот есть пустыня на сотни километров, и в ней есть оазис, который очень контрастно выглядит в сравнении с окружающим пейзажем. Вот Сыктывкар – это именно такой оазис современной цивилизации, только не в пустыне, а в окружении той самой бескрайней нетронутой северной тайги. Ну и на этом пора завершать рассказ о нашем путешествии по республике Коми. Я надеюсь, что я максимально полно передал всю атмосферу этого региона. Во всяком случае, так как почувствовал ее я. А если вам есть что добавить, то, друзья, прошу в комментарии. Я их абсолютно все читаю и практически на все отвечаю. А мы двигаемся в Костромскую область, на родину Ивана Сусанина и место, где, по сути, началось правление на Руси династии Романовых. В общем, по-любому будет не скучно, поэтому кто вдруг не подписан на канал, подписывайтесь, делитесь с друзьями, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наши резервные каналы. Вдруг чего с Ютубом произойдет же, никто не знает. Ссылки на них есть в описании под видео. Подписывайтесь на соцсети, там можно следить за нашими путешествиями в онлайне и, конечно же, общаться. Ну и как бонус напоследок мой спич по пути в Костромскую область, так сказать, с места событий, с впечатлениями вот по свежим следам. Народ, ну а вот теперь, когда мы уже завершили свое путешествие по республике Коми и по трассе возвращаемся в Кировскую область, где мы уже были,
но другой дороги, извините, нету. Я хочу поделиться по свежим следам своими личными впечатлениями, так сказать, постскриптум. Итак, момент первый. Удивительная по красоте природа, которая меня просто покорила. И при этом вот абсолютное отсутствие инфраструктуры туристической какой-то. Хотя, на мой взгляд, при правильном подходе здесь можно было бы организовать такой туристический бизнес, которому могли бы позавидовать такие наши туристические мекки, как Кавказ или Алтай. Второй момент, который меня тоже очень удивил, это, конечно, люди. Для меня, как человека с юга, все-таки такой горячей крови, совершенно удивительно наблюдать вот это вот северное спокойствие, которое граничит прямо с флегматизмом каким-то. То есть такое ощущение иногда складывается, что человек даже лишнее слово как-то вот употребить или как-то его сказать. Я уж не говорю громко сказать или как-то. Ну, то есть старается не тратить свою энергию на это. Ну и последнее, оно опять же связано, наверное, с инфраструктурой туристической. Просто кратко хочу поделиться картинкой из вот нашего путешествия. Вечером для ужина мы выбираем ресторан. Ну, самый лучший, который есть в Сыктывкаре. Имеется в виду по TripAdvisor, у него самый высокий рейтинг. 4,9 из 5. Так вот, мы приезжаем в этот ресторан, общаемся с официантом, и я говорю: дружище, мы не ели целый день, я очень хочу супа. У вас суп какой есть? Он говорит: у нас нет только борща. При этом я в этот момент открываю меню и понимаю, что там в принципе есть только два супа. Это солянка и борщ. Если борща нет, соответственно, суп остается один. Я говорю: дружище, так у вас получается, если борща нет, то у вас, значит, только один суп. На что он мне говорит: ну да, у нас один суп, вот солянка, но зато она свежая. То есть я первый раз в жизни ощутил, что мне хвастались в ресторане, что солянка свежая. То есть, в принципе, она могла бы быть и не свежей, но вот сегодня она свежая. Я говорю: в смысле свежая? Он говорит: ну, она, ее сварили сегодня, я просто знаю, видел, как ее варили, поэтому она сегодняшняя. Вторая позиция была с пивом. Потому что я заказал пиво, бокал светлого фильтрованного. А когда он его принес, я его попробовал, и мне показалось на вкус, что оно не фильтрованное. А я просто не очень люблю нефильтрованное пиво. Я подзываю официанта, говорю: дружище, а пиво точно фильтрованное? Он говорит: а вы какое заказывали? Я говорю: я фильтрованное заказывал. Ну, значит, фильтрованное. Я говорю: так оно по вкусу не фильтрованное. Он говорит: ну я не знаю, я пробивал как фильтрованное. А говорю: а как узнать? Он говорит: ну это тогда не ко мне вопросы, это к бармену. Как бы, мол, встаньте, идите к бармену, с ним разбирайтесь, я-то тут при чем? Я тут официант, я вот, мне дали, я принес. В общем, друзья, это был натуральный цирк с конями. Я даже на самом деле сейчас передал только какую-то долю того, вот, что я ощущал в этом одном из лучших ресторанов Сыктывкара. Ну, так как у него рейтинг 4,9, при том, что там больше сотни комментариев, то есть оценок настоящих людей. И безусловно, друзья, это, конечно, может быть, передает какой-то дополнительный колорит Республики Коми. Но если речь будет идти о том, чтобы вот эту красоту увидели большее количество людей, то, конечно же, стоит задуматься о том, чтобы вот этот минимальный сервис, он все-таки здесь присутствовал. Так как, друзья, от всего того, что я увидел здесь, я получил просто невероятное удовольствие. И я желаю, чтобы это увидели как можно больше людей. А с другой стороны, я бы очень хотел, чтобы те люди, от кого зависит все то, о чем я сейчас рассказал, ну, где-то как-то, может быть, до них эта информация дошла. Сюда поехали как можно больше туристов в будущем. Ну, а на этом мы двигаемся дальше. Всем спасибо, всем удачи. До новых встреч в новых регионах. И, в общем, ну, там, ставьте пальцы, кому нравится, что мы делаем. Подписывайтесь, делитесь с друзьями. И погнали с нами. С нами не скучно, как минимум, а иногда даже весело. А чем нас будет больше, тем веселее. Погнали, друзья!